будет очень актуально. Что спорт не политик, с другой стороны, спорт решает даже самые сложные, совместимые, сложно сплетаемые решения предоставляет. Потому что, на мой взгляд, словосочетание «уважаемый конкурент» исключает обращение врага или определение врага. Не то, что, конечно, мы говорим о массовом спорте, просто здесь мы предлагаем эту возможность использовать более широко для каждого из возрастных категорий, для каждого жителя любого из субъектов, я говорю, что я готов в том числе. Я думаю, что это тоже очевидная новация на фоне прошедших конкурсов. Чувашия, Чебоксар, вы занимаетесь спортом. А сегодня республика, насколько уделяется развитию спорта и достижения? Здесь очень достойное, на самом деле, внимание уделяется развитию спорта, физической культуры, потому что для почти 1,5 миллиона региона здесь очень хорошее состояние спортивной инфраструктуры, построено много за последние годы. И то, что именно с Чебоксар не только форум начинается, а Всемирный день ходьбы, к которому мы присоединились, то мы забыли, видимо, в ажиотаже форума о том, что и Всемирный день бега в России проводится, Всероссийский день бега, и Лыжня России проводится. То есть у нас такие массовые фестивальные мероприятия, они там проходят очень хорошие, очевидные такой, буквальные, а не новостной поддержкой населения. Поэтому здесь все ваше чувствуется. Спасибо большое.